Вот такая градовая машинка приехала с Suzuki Grand Vitara. Вся она в граде. Как снимается потолок на этой машинке? Сделаем съемку. Сейчас как разбирается потолок на этой машине. Маленький будет обзорчик подробный. Начинаем осмотр. Вот он, есть саморез. Явно здесь будут под кожушками саморезы. Здесь вот они, винтики. Там дальше. Здесь мы видим две клипсы на потолке. И вот сзади две клипсочки. Ну и надо будет вот эти части тоже снимать. И здесь. И здесь. Что? Разбирать надо все аккуратно, чтобы ничего не ломать. Начну с того, что то, что видно. Все это выкручиваем. Снимаем вот эти клипсы на потолке. И сзади тоже. Вон они две. Потом все остальное. Вот передняя правая дверь. Здесь все выкручивается нормально. Вот они два саморезика. Ответочки отсюда. Дальше. Поддеваем сюда и плавно сдвигаем вот эту часть. Видим очередной саморез. То есть вот здесь вот поддели и сдвинули сюда. Изготовители молодцы, сделали так, что шуруп здесь не выкручивается, не вываливается. Вернее, он выкручивается, но держится вот на этом сочленении. Вот ручка снята, чтобы потом не думать, отсюда эта ручка, так она стояла или так она стояла. Сразу же беру, наклеиваю кусочек малярского скотча. Надписал, и уже ясно, что она должна стоять вот так, на этом месте. Уже вот так ее не поставишь. Еще раз обращаю внимание, что здесь в этом пластике резьба, закручиваешь. И все вот эти внутренности остаются на том же месте, никто никуда не потеряется. То есть, взял вот такую ручечку в руки, уже понятно, куда и каким образом ее надо вставить. Снял противосолнечные козырьки. Здесь винтик снял. Их у нас не перепутать. Вот, потому что они левые и правые. А вот что касается всех вот этих вот ручек. Есть смысл их подписать, чтобы потом не думать, кто откуда и как их ставить обратно. Следующий момент. Вот здесь, в задней части автомобиля, снимаем клипсы. И вот здесь, в районе задней двери, тоже две клипсы. Вот так легко и просто. Снимаются клипсочки. Съемник вот такой. Клипсы здесь многоразовые ежики, так что проблем ни у кого не возникнет. Все клипсы сняты. Все целенькие. Съемничек помог. Такой маленький наборчик съемничков должен присутствовать. Потом ничего не искать и не думать, какие саморезы откуда.
Я вот так вот беру несколько кусочков скотча и все шурупчики, все саморезики на своих местах будут до момента сборки. Декоративные накладочки стоек одну и вторую спереди мы сняли. Дальше у нас вот они, стойки. И сзади останутся потом фонари и очечницу снять. Разбираем, начинаем со средней стойки разбирать. Чтобы снять вот эту часть, отводим резинку вниз, зацепик, вот он, шип, защелкивается вот здесь. Выводим его с одной стороны. Дальше снимаем резинку отсюда. Выводим вот это. Стоечка освободилась. Смотрим дальше. Залазим рукой сюда. И вот в этом месте одна защелка. Вот в этом месте вторая. Вот она. Они отщелкиваются. Снимать я их не буду. Берем, отводим вниз. И потолок выводится. Зачем делать лишнюю работу? Вот он, потолок уже свободен. То же самое, его легко и просто можно поставить. Еще раз показываю. Вот она, защелка металлическая. Вот легко она выводится. И здесь у нас вот она, защелка язычком. Сдвигаем вверх, и она выходит. Там просто прорезь. То есть стойка ставится вот так вниз. И здесь бац, и она защелкнулась. Продолжаем разборку. Вот здесь в очечнице саморез я выкрутил. И дальше поддеваем с обоих сторон и выщелкиваем ее отсюда. Так, заводим пластиковую такую мягенькую щелк отсюда. И то же самое здесь. Неудобно снимать, я сейчас покажу. Ставлю саморез на свое место и проклеиваю скотчем. Дело в том, что вот эта крышечка, она от легкого прикосновения может открыться, и будем потом мы этот саморез искать. А так он будет все время на своем месте. И никуда у нас не потеряется. Такой съемник стоит он вот так. Поддеваем. Вот они, два уха. И выщелкиваем. А здесь они просто выходят, он вот так вот вниз. И все. Ну, опять же, то же самое. Здесь электроразъемчик. Нажимаем на кнопочку и выходит. Вот фонарик снятый. И еще у нас один остался фонарик сзади. Остался задний фонарик из осветительного оборудования. Вот она. Поддеваем его вот так вот, защелки вот, раз, два, три, и вот она, четвертая. То же самое нажимаем вот здесь и снимаем электроразъем. Фонарик у нас в руках. Почти все снято, теперь остается вот эти две части снять, и потолок будет сходить у нас. Осталось освободить потолок вот в этой части. Для этого тут придется немножечко подразобраться. Естественно, сиденье мы уберем туда сейчас. Вот таким образом. Это раз. Это у нас два. Как всегда на всех машинах, надо резиночку ослабить немножко с
одной стороны и немножечко с другой стороны. Вот примерно так. Как и на тех стойках, обычно нижняя часть закрепляет, придерживает верхнюю. По тому же принципу сейчас будем искать, что здесь у нас держит. Берем побольше отвертку, начинаем сверху, подлазим, отодвигаем клипса раз, ниже опускаемся, клипса два, и плавно надавливаем. Вот здесь из защелок выходит один, одна защелка, вторая, и вот она третья. Вот они отщелкнулись. И там дальше клипса я покажу. Еще раз снимаю общий план. Раз, два. Это вот в этой части. Отошли защелочки. Раз, два. Вот она три. И вон она четыре. Все. Здесь у нас все. Той же самой отверточкой потихоньку отгибаем. Раз клипса, два клипса. Вот они две. Переходим на сторону задней левой двери. Вот здесь заглушечка стоит. Такая. Выдвигаем ее. Вот она выщелкивается. Вот так легко и просто вынимается. Выщелкиваем вот эту часть. Вот она защелкнута. Здесь есть место под отвертку. И достаем. Раз и два. Вот она, наша поддержка. Еще раз показываю повнимательней. Вот так вот эта машинка выглядит без потолка. Я просто почему все это немножко назад вернул, чтобы на машине иногда можно было куда-то поехать. Усилителей на потолке дофига. Маленькая дописочка будет к видео, как снять вот эти рейлинги и багажник. Может, тоже кому-то пригодится. Иногда бывает, люди просто покупают машины и... чтобы не мучиться, сейчас я сниму, как это все делается. Для начала снимаем вот эти заглушки. Как мы видим, здесь специальные есть места, куда можно вставить отверточку. И вот эти вот заглушечки снимаются. Снимается все легко. А тут такие вот ржавые, красивые болтики. Это не родной. Вот, откручиваем, вот эта часть отходит, она заходит вот здесь, вот сюда, под низ. И за счет сдавливания при закручивании держится. Снимаем вот этот багажничек. Родные здесь вот такие шестигранники. Чтобы потом ничего не искать и не думать, где что стоит. Наметил, надписал. Все закручиваем и демонтируем с машины. Багажник снял, заглушки снял. Сами рейлинги откручиваются ключиком на 10. Откручивается легко. Два штуки там, один здесь и два штуки здесь. С каждой стороны по 5 штук. Пример. Шайбы здесь не слетают, не снимаются. Так задумано. Откручиваем с каждой стороны по 5 болтиков. 2, 3, 4, 5. А здесь вот на таких стоечках обыкновенные клипсочки, защелочки. Вот так это выглядит. Антенну снял.
Вот на таких болтиках была к рейлингу прикручена. И еще у нас одна антенна осталась. Здесь ключик на 10. Вот такой тут один болтик на распорочках. Вот она, ответка подпружиненная. Выходит сюда вот такой проводочек. И здесь у нас рядом есть то же самое электроразъем. Ставим пружинку на место трехстороннюю. И болтик на 10 прикручиваем. Все. Потолок снят, разобран. Крыша свободная. Можно теперь заниматься ремонтом вмятин.